Международная ассоциация Израиль-Азербайджан Азиз и делегация израильского государства в Азербайджане посетила Государственный комитет по работе с диаспорой и встретились с председателем комитета Фуадом Мурадовым. В ходе встречи стороны отметили высокий уровень отношений между двумя странами и обсудили толерантную среду в Азербайджане. Председатель комитета рассказал о политике диаспоры в Азербайджане и о масштабных проектах, реализуемых в последние годы. Израильские гости отметили деятельность организации Азиз в стране, но также положительно оценили политику азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев всегда придавал большое значение развитию азербайджан-израильских отношений, и политическая линия успешно продолжается президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Руководитель организации Азиз Лев Спивак поблагодарил фонд Гейдара Алиева и президента фонда Мехрибан Алиева за постоянную поддержку в их деятельности. Глава организации Азиз Лев Спивак, мэр Малатар Шиха Аркадий Померанец, мэр Кирьят Экрон и другие гости выразили благодарность за теплое гостеприимство и теплоту. Некоторые из государственных чиновников, которые входят в состав делегации, сказали, что они родились и выросли в Азербайджане, и у них приятное вспоминание о нашей стране. В ходе встречи стороны обменялись мнением о развитии двухсторонних отношений между двумя странами, различными аспектами политики диаспоры и обсудили возможность реализации совместных проектов в будущем.